Вот это желание приравнять Сталина и Гитлера, а советскую армию к фашистской, возникает у предателей, у людей, у которых нет родины. У них где прибыль, там и родина. Как диктует им Запад, так они нашу историю и стараются преподнести. Иногда мне кажется, что специально затевается этот скандал, чтобы рейтинг увеличить на телевидении сразу к барьеру, кстати, сразу какие-то скандальные высказывания, как с одной стороны, с другой. Человек, который плюет в прошлое, не имеет будущего. Я горжусь этим своим высказыванием.